have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Тайгер 2-1, это Оверлорд. Начинаем второе солнце. А тут у нас булочник. Булочник оказывается живой, я думал, нам его типа слили уже, но... Держи, не высовывайся! Мамочка, так это уже было, у меня уже нет патронов. Но они не попадают. Их слишком много, но они не попадают. Насер, осталось 3 патрона. Держаться, говно! Чайте позицию! 13 патронов. Ну, собственно, на этом моменте мы и закончили в прошлый раз. Астра-1, это МКС. Хьюстон просит картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Зачем? Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Астра-1, еще чуточку вправо, окей? Ну вот. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Ну мы сейчас ядерный взрыв будем смотреть, да? Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Обычно такие, Хьюстон, у нас проблема. Тут наоборот Хьюстон такой Хьюстон, говорит. Это МКС. Радуйся, что... Ой, блин, хотел сказать радуйся, что ты не там, но тут не лучше, блин, вообще ни разу. А вот, блин, не знаю, я, может, наверное, дури не образованный, а разве такое возможно? Пыдыщ. Вот так он сам останавливается, что я тебе сделаю? Ай, блин, я что, врезался в эту штуку? То есть оно упало, взорвалось, и я уже в лежачий объект врезался и умер. Классно, молодцы, ребят, спасибо. Ну, пойдем, пойдем. Никому это не нравится. А, это Эмми, типа, все электромагнитные... Ну, то есть, все, что летало, все, что это, все упало, да? Пропусти меня, может быть? И что теперь делать, черт возьми? У все. Противника численное превосходство, а тут еще и всякое Тихо! Дерьмо с ним валится. Наше оружие исправно, значит, мы и покажем, ясно? Исправно, только мушки нету, потому что она тоже электронная. Черт побери, без мушки не очень красиво. Убрал бы этот коллиматор-то. Все кончилось. Идем, нас ждет наша война. Блин, чувак, у оружия своя механическая мушка есть, обычная, нарезная. Убери коллиматор, что дай мне нормально пострелять. Тут так тихо. Эй, что за черт, у меня прицел сдох. Только заметил, придурок. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Не оптика накрылась, электроника накрылась. Олень ты, блин. Оптика как работала, так и работает. Она механическая. Теперь мы должны объединиться с остальными. Набрал дан на позицию. Иди отсюда уже. Есть. Поля.
О! Дай мне винтовку. Спасибо. Все. С обычной с обычной нарезной этой мушкой. Кто у тебя? Полковник маршал объявил сбор в точке Whiskey Hotel. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Whiskey Hotel. Вы все слышали. Идем. Идем. Да, иди первым. Есть. Порядок. Прикрываю сзади. Понял. 630 патронов. Даже солдат с разгрузкой и всякое такое. Чисто теоретически, где можно, черт побери, разместить 630 патронов? Допустим, тридцатник — это обойма. Это получается у тебя... Ах ты ж! Да дебилы, блин! Не можешь стрелять, так не лезь! Видел. Тут не проверил. Да, согласен, согласен, не проверил. Иду цель. Тут? Вижу цель. Там РПГ была. Бах! Ага, вижу его! Рамирес! Боец в полах прямо посередине! Кто? Кто меня сейчас убил? Что это произошло вообще? О, у нас с Рамирезом будет такая же фишка, как с Роучем. Грача сюда! Грача сюда! Маккорд, контакт у копировального аппарата. Значит, есть контакт! Да, блин, зачем ты встаешь, что у меня перед носом? Что за человек-то? Чисто! Все чисто. Подставщики фиговые. Да хоть душ приму. Это здание Эйзенхауэра. Белый дом на той стороне. Ну прикинь, начинаю палить из-за угла, он лезет на линию огня. Ну чё за... Блин, это... Боты здесь в этой игре одни из наитупейших, которые только в принципе можно было придумать. Почему вы не переписали ботов? Знаете, ребят, со старой графикой играть можно, с тупыми ботами играть нельзя. Сделайте ремастер, не с графикой, сделайте... Ой, блин. Тихо. Громко! Тихо, блин. Вижу трех противников. Занимай позицию, только тише. Может, лом или что-то позицию занял. Сейчас поищем. Некогда их стрелять. Вперед. А как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Их нельзя оставлять, их убить надо. Вы оставляете врага у себя в тылу. Чисто. Блин. Меня поражает. Я уж не знаю, что хуже. Уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да. Тихо. Ну вы и нычки. Я что-то заметил. Не стреляй. Почему? Это свои. Не знаю. Пизда! Прикройте меня. Ну скажи, Техас, черт возьми, скажи. Укрытие. Я прикончил их снайпера. У них был снайпер. Ты куда грену кидаешь? На улице
противники отсюда лезут, он туда грену кидает. Ну, не красавец разве? Следи за движением. Следи за рукой. Вперед. Да назад. Да, да по ним прыгни. Мы на месте. Пошел. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, вперед. Грену еще одну дайте. Блин, я бы грены пополнил. Не то чтобы они прям супер полезные, но иногда нужно. Рядовой провод. Ну это какое-то убежище. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тот просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Я надеюсь, что нет. Чего вы так за свою власть-то переживаете? Она вас точно так же убивает, как и в остальных странах. Надеюсь, все выбрались. Блин, придурки. Ай. Ладно. Так, если подумать, когда в Америке был такой хороший президент, который прям... Ну, опять же, я не живу в Америке, и я не знаю, что у них там творится. То, что может казаться нам со стороны хорошим, они будут считать это плохим. Поэтому, пожалуй, насчет этого рассуждать глупо. Можно говорить только за ту страну, в которой ты живешь, или в которой, по крайней мере, провел много времени. Смотреть со стороны на что-то, на какую-то сторону и говорить, вот это хорошо для них, это плохо, не знаю, по-моему, неправильно. Ну хорошо, поехали. А, это свои. А тут какого-нибудь... Зачем тут это ответвление? Я думал, тут какой-то комп будет. Не, понимаю, аутентично все дела, но... Двигаем в гостиницу пить виски. Виски не надо пить, ребят. Алкоголь — это вред. Алкоголь — это плохо. Никогда этого не делайте. Виски Hotel — это сокращение от VH. Нет, WH. Виски — это WH. А что у нас может быть WH? Зачем они туда лезут, если их там убивают? Я же и так сижу уже. Мы тут что, спасаем рядового Райана? Что за шквальный огонь твою за ногу? Как через это пройти правильно? Да блин, я же стреляю в эту точку, ладно, я понял все, все. Да, на балконе второго этажа, сейчас я буду. Да успокойся! А блин, а тут нигде не укроешься иначе. Может ползать надо, кстати? Ну то есть из здания заглушить огонь полностью невозможно. Черт, 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 черт! А, тут можно лечь. Что-то я забыл, что тут можно лечь, блин. Подавление чего, блин? Да хватит! Ляг! Да ну блин, я моментально, только вылазю, моментально прилетает. Ну, я говорю, с точки зрения проработанности, это просто отвратительное место. Братан,
только ползти. Да откуда-то спереди прилетает, ну вы чё? Да откуда спереди-то прилетает? Я не вижу, что за фигня происходит. Да ну спасибо, блин, вообще суперский момент. Ты не видишь, откуда в тебя летит? У тебя просто откуда-то что-то летит. Причем у тебя нету какой-то точки, которую ты можешь подавить или кого... О, хотя бы отсюда, спасибо. Да хорош! Хорош, блин! Ну, а как вы думаете, я это должен пройти? Вот смотрите, просто спереди прилетает и все. Ешь контакт. Граната за стеночкой. Нормально. Жит это! Нафиг тебя! Противник за мешками с песком! Беги! Я не знаю, как я это прошел. Все, короче, нафиг. Отвратительное место. Зачем ты картину снял? На тебе, проще, может, так будет. Займись дверью. Тыщ выломал ногой, а чё ты не мог заняться дверью тогда? Чёрт, 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 чёрт! До свидания. Выкурили. Все? Ух ты ж, ё-моё! Идите! Ой, игра сохранена, сука. Я не знаю, кого там убил, может быть, даже своего. Да, блин, сбоку кто-то прикрывать будет или где? Что за фигня? Грибосолдаты, чтоб вас... Да на бороде у тебя контакт. Ой, блин, ой, сколько там? РПГ! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, да... Спасибо, укрытие. Ладно. Хорошее... Сбоку! Сбоку, блин! Вас обходят с флангов, как оленей, ну... Оп-оп-оп. Грача сюда. Цель за ширмой справа. А, это свой. Они уничтожили
уничтожит город. Надо попасть на предупреждение. У нас осталось меньше 2 минут. Идем. Какие меньше 2 минут, ты, зараза, а чё? 90 секунд, надо прорываться! Так давай, прорывайся вперед, олень! Ну блин, ёпарасоте! Блин, давай, давай! Не покидай эту крышу! На улицу вообще выходить не надо было. Вперед пошел! Я что-то другое подобрал, нет, дайте. Так, на востоке. Минута до сброса. Осталась минута. Живо, живо! Если бы вы еще помогали, блин, было бы прям проще. Чисто. 30 секунд, бегом. Скорее на крышу. Бегом, бегом! На крышу, быстро! Вы тут отличная цель, ребят. Это, кстати, уже вторая отсылка на... Блин, как этот фильм-то назывался? С Николасом Кейджем и Шоном Коннери. Там, где они в Алькатрас проникали, черт побери, я забыл название. Вот, одна отсылка была в душевой, а одна отсылка здесь, насчет самолетов. Ребят, кто вспомнит название фильма, пишите. Старый фильм с Кейджем и Шоном Коннери. Они проникали в Алькатрас. Там, где этот Шон Коннери был английским шпионом. Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. Булочник выжил-то, оказывается. Сейчас мы будем играть за салагу. У нас карт-бланш. И мы сделаем все, чтобы убить Макарова. И каким Макаром вы это сделаете? Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских, бьем точно в цель. Нет, 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 вы, ребятки, именно то, что делаете. Вы убиваете гражданских. Вы убивали их в аэропорту. Вы позволили Макарову все это сделать. Вы, ребятки, как раз во всем виноваты. Так что вы красавцы. Да. Я не понимаю. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти 2 убежища. Получается, нужно быть в 2 местах сразу. Невозможно. Для армии быть в 2 местах шанс сразу невозможно. 50-50? Капитан Прайс, прошу разрешения взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Капитан Цена, ну давай. В Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Ой, блин. Вас понял. Вперед, вперед. У меня такое сейчас дежавю случилось. Такое ощущение, как будто я знаю это задание. Ну, как бы... Да, я когда-то проходил эту игру, и я, скорее всего, его знаю, но... Черт побери. Сейчас какие-то такие неприятные нотки возникли внутри. Контрол — это уклонение. То есть вы не проверили территорию. Вы просто сунулись туда. РП, что? А, убили? А, классно. Просто гениальнейший. То есть они пошли без разведки, без нифига, без прощупывания территории. То, что это убежище одного из самых там, короче, известных преступников, никого не смутило, что оно, скорее всего, будет защищено. Блин, вот просто... Сядь, пожалуйста. Минометный огонь! Давай!
Да! Эл, лохи. Не дайте ему уйти! Вас понял. Ну, вторую, гаси! Движущаяся техника уничтожена. Внимание, Макаров не обнаружен. Повторяю. Откуда вы знаете, там две машины в говно? Откуда вы знаете, что он не обнаружен? Спокойно за деревом чувак был. Да блин! Очистить периметр! Проникнуть в здание и зачистить его! Вперед! Ну, что-то подобрали, хорошо. Почему я не готов к штурму? Что это за бред сейчас был такой? Миниган вообще-то не выходил. В офисе чисто. Вперед, вперед. Все чисто. Зашли, короче, сверху их еще гасят. Все чисто. Я знал, что там есть с другой стороны, блин. Я это видел. Я уже поздно заметил. Игра сохранена. До штурма, что ли? До штурма было сохранение. Да, конечно, до штурма, да. Выйти я могу? Могу. Цель снята. Гоуст. Цель у тебя на 8. Ты заходишь спиной в комнату, блин, ты серьезно? Вперед, вперед! Спиной в комнату. Гоуст. Гостиная чисто. Азон, следи, чтоб никто не вышел через кухню. Вас понял. Скаркроу, доложить обстановку. Из подвала никто не выходил. Чувак. Ой, мы вам сортир взорвали, извините. Вражеские танки и вертолеты замечены рядом с шоссе. Наверху чисто! Вот эта фишка со штурмом, по-моему, довольно глупая, потому что вместо того, чтобы ломиться дальше с оружием. Вместо того, чтобы ломиться дальше, что нужно сделать-то? Штурмовать еще и... А где тут вход в подвал? Граната пошла! Че я тут один-то, ёп-РСТ? Граната пошла! Черт! Так, это мне не надо. Это я заберу. Что я хочу?
Может, пулемет, кстати, хочу. Я не знаю, хочу ли я пулемет. Тут есть ППшки. Это снайперская. Это Драгунов. Драгунова не хочу. АА-12 не хочу. Давай-ка, может, вот это? Да, давай. А сфига ли ты живой-то, ёпарасоте, а? Ой, красавец. Скеркроу, фотографии! Вас понял! Шепард, это Гоуст. Макарова не видно, повторяю. Макарова не видно. Капитан Прайс, как успехи в Афганистане? Сейчас клейморами тут все надо усилить. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела? Конечно, скоро разведка. Мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Озон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На свалку прибыли еще люди Макарова. Соуп, прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Так, здесь ко мне, по идее, не подойдут, да? Да. Внимание! С северо-запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Я на позиции. Вертолеты здесь ко мне никто не подойдет. Секунд. Вас понял, 15 секунд. Здесь, с этой стороны, тоже, по идее, никто не подойдет. Слишком высоко. Есть один. Ну что ж. По идее, вот моя оборонительная позиция-то. Защищать вот это надо. Минус. Так. Минус. Граната пошла! Да так у тебя на 5! Огонь! Огонь! Пока обходимся клейморами. Как-то слишком быстро. Расчет РПГ приближается с запада. Вас понял. Расчет РПГ приближается с запада. Они бросают больше сил к этому дому. На западную сторону. Они, наверное, у Эллинга. Прикрывайте подход на западе. На запад? Блин, если бы я знал, где запад. Гоуст! Цель на 5 часов! Скорее качайте, пожалуйста. Цель у тебя на 6! Авиация уже в пути. 15 минут. Скорее! У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Осторожно, там РПГ! Игра сохранена. Кидаю гранату! Гоуст! Снижение! Да, да, что тебя на тебе?
двигается с востока. Что за чертовщина? Внимание, с юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Вас понял. Им обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед. Где это? Юго. У меня нету компаса! Блин, как я должен обеспечивать тут что-то? Тут у меня... Ой, блин. Граната! Валите оттуда! Минус. Высунься! Ну высунься! Игра сохранена. Гоуст, контакт у тебя на 4! Вертолеты уже в пути 30 минут! Есть один! Контакт на 12! Грена, у меня нет уже, да? Роуч, передача завершена! Я прикрываю подход! Ты забери ЗУ! Пошел! Вижу! Роуч, я прикрываю подход! Да я забрал, блин, прикрывай тогда! Беги скорее, пожалуйста, олень. Блин, меня там мочат, если чё. Блин, мне тут чё, просто бежать надо? Ну, видимо, да. Ёлки-палки. Круто, мы обороняемся или нет? Беги, пожалуйста! Беги, пожалуйста! Ну шо ж ты... Блин, он не бежит! Они хотят обложить нас минами! Продолжайте идти, но будьте внимательны! Блин, сзади стреляют. Что это было сейчас? Приготовьтесь к атаке по этому сигналу.
Есть! Я надеялся, в этой миссии Роуча убьют, все-таки он меня, тварь, достал уже. Ну, я говорил, что не сам Роуч, меня слово Роуч достало, так что все нормально. Я не верю, что его убьют. К тому же, не, во-первых, мотивация вот этого чувака. Я не понимаю, почему он это делает. Во-первых. А во-вторых... Не, ну булочника же нам не убили. Булочник у нас выжил. Хотя, если убьют, наконец-то я перестану слышать слово «роуч». Это тоже что-то хорошее. А, он предатель. Окей. Теперь. Почему? Опять же, мотивация. Не, не слышал. Рыщ. По идее, мы этого всего тоже, опять же, видеть уже не должны. Он же его убил. Вот. Пам-пам-пам! Вот этот поворот, да? Как говорится. Окей. Поэтому я же говорю, есть свои плюсы, потому что мы наконец-то не будем слышать. Роуч, иди сюда! Роуч, поц, иди сюда! Роуч, иди сюда! Роуч, иди туда! Роуч, пойди сделай! Роуч, принеси! Роуч, подай! Роуч, иди нафиг не мешай! Мы этого больше не будем слышать. Теперь мы играем за мыло. Прием! Выходите на связь! Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или даем перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Мы за мыло сейчас будем играть, да? Или... Соу, Шепард пытается прикончить и нас заодно с Макаровым. Отступай к западу в точке сбора права. Никому не верь! Ай. Э-э-э-э-э! Ты хочешь мне рассказать об этом? Вылетаю. Постарайтесь взять ситуацию под контроль до моего прибытия. Постарайся, Николай. Главное, давай сюда как можно скорее. Ну, таймера у меня нету. Я надеюсь, что нету. Вот это его пулей развернуло. Соу, держись в стороне, пока можешь. Пусть люди Макарова и Шепарда перебьют друг друга. Они бьют только меня, если что. Я собираюсь выйти на контакт с Макаровым. Они все объединились против меня. Макаров, это Прайс. Шепард у нас теперь герой. У него в руках твой план операции. И карт-бланш на все. Дай мне все, что у тебя есть на Шепарда, а я позабочусь об остальном. Макаров, я знаю, что этот канал ты слушаешь. И сейчас ты меня слышишь? Мы оба знаем, и ты, и я. Дай черт тебя! Слушай, я жму кнопку, вы что, дебилы, что ли?
Нажмите «И» в момент появления подсказки. Я нажал «И» в момент появления подсказки. У него в руках твой план операций. И карт-бланш на все. Дай мне все, что у тебя есть, на Шепарда, я позабочусь об остальном. Макаров, я знаю, что этот канал ты слушаешь. И сейчас ты меня слышишь. Вот эта собака меня загрызла. Ты и я, что тебе и недели не продержаться. Тоже о тебе. Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Прайс, однажды ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны. Шепард держит точку Хоутел Мало. Ты знаешь мне это. Ладно, встретимся в аду. С удовольствием. И давай привет из Захаеву. Если будешь там первым. Впереди собаки противника! Оп, что ты топчешься на месте? Продвигайся на запад, в взлетной полосе! Морду закрой! А как я тут пройду? Спасибо. Ага, спасибо. Да я уже слышал эту трещотку. Капитан, в районе Кандагара песчаные бури. Приходится делать большой крюк. Мне платят не так много, чтобы я рисковал самолетом. Прикройте меня! Он ранен! Авиация уже в пути. 15 минут. Мне патронов мало. А как я тут, по-вашему, пройти-то должен? Залезь! Мне каким-то образом туда надо. Через тут? Нет, тут какой-то блокпост. Я тут не пройду. Блин, а как я туда попаду-то? Бегает у нее отвратительно, кстати, да. И тут никак не по... игра? Игра! Как мне туда попасть? Через самолет этот, что ли? А, ну, видимо, да. Я тупанул. Я подхожу к свалке. Так, хорош, заткнись. Минуточку, мы с кем там договаривались? Я так-то по-хорошему просто не успел почитать титры. Матрица фигов. Вижу, вижу, вон он. Там есть еще чувак, я же его видел. Блин, патроны реально заканчиваются. Все, я тут всех помирил. Из этой позиции... С этой позиции явно тяжелее передвигать. Да вы офигели нафиг!
Патроны заканчиваются, это отвратительно. Да хорош! Нет, 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 чувак, нет! Блин, отвратительная позиция. Это у меня ППшка или чё? По крайней мере, с глушаком. Так, тут должен быть еще чувак! Валим! Валим! Нафиг, 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 нафиг! Ёшкин кот! Да кто меня... Я его успел... Я его успел убить, ну ладно. Блин, откуда я начну? С горки, наверное. Нет, не с горки, с этого отвратительного места. Так. Беги! Так вот ты же стриёшь-то! Капитан Прайс, я слетаю через... Прям в лицо прилетело, ну да. При взрыве машины? Меня просто её тупо задавило, вы чё? Ай-яй-яй-яй-яй, плохой чекпоинт, плохой отвратительный чекпоинт, блин, чтоб тебя... Он, по крайней мере, без пулемета катается. Да, этому чуваку не до меня, хорошо. Опс. Бомбалейла! Да залезь, залезь, блин! Офигеть! Но он чисто в меня гасит! Машину! Да нафиг тебе это стекло-то сдалось! Едь быстро! Стекло он выдавливает, ты посмотри на этого оленя! Сзади! Я тебя понял. Уже нет. Николай, где чертов трак? Мы на месте! Транспорт на 12. Был. Зоопруб готов. Подай баранку. Я за рулем, вы что, не офигели случайно? Блин, мы играем за мыло, это ирокез, да, который придурок? Блин, почему его тоже не грохнули? Меня так бесил где-то два задания. Да, 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 мыло, это ирокез, офигеть! У нас всего один пулемет, у них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Пожалуйста. А я считаю, это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за 1000 лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это.
Что за философский трактат? Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Про кого вы сейчас? Так, мы опять за мыло играем, да? Хорошо. Вообще супер. Ну подгрузись уже, пожалуйста, реально игра, офигеть, как они заоптимизированы. Три часа. Не стоит. У меня билет в один конец, брат. Тогда желаю удачи. Да, ребятки. А на этом мы тогда сегодня закончим. Все как раньше. Я вижу, игра как бы иронизирует над самой собой и говорит, все как раньше, мы ничего не поменяли, мы чуть-чуть подкрутили графику, но все глюки, баги, тупизм, все осталось, все круто. Да, ребят, все, хорошо. На этом тогда сегодня мы будем закругляться. Продолжим в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.